Всем привет! С вами Оксана и добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу показать вам свои покупки. Маленькая покупочка в Avon и другие покупки. Набралось уже прилично, некоторыми покупками уже пользуемся и поэтому решила вам показать их. Первое, что хочу показать, это уже всем известный. Средство для мытья посуды от Faberlic. Я очень люблю это средство. Люблю, мне очень нравится малина, но, к сожалению, малины не было в данный момент. И пришлось взять с экстрактом алоэ вера. Тоже приятный аромат, также хорошо моет, в принципе, как и малина, поэтому сильно не расстроилась. И тоже буду им пользоваться. Следующее. Следующий тоже мой любимчик. Это было средство для удаления жира Grapefruit. От кого? Frosch, по-моему, правильно читаю. Я очень люблю эту линеечку. Очень она мне нравится. По-моему, это так, Германия. Написано Германия. Кто ее производитель? Сейчас вам точно попробую сказать. Не скажу, не вижу. Быстро не найду. В общем, очень мне нравится. Очень хорошо она справляется с жиром. На кухне особенно. Печки, плитка над... Фартук над плитой газовой. Раковина. Очень хорошо она отмывает. Хорошо справляется с жиром. И больше всего, наверное, из-за чего я ее всегда беру. Именно это средство. Потому что обалденный запах грейпфрута. Вот беру я постоянно именно грейпфрут. Еще мне нравится также, как я уже сказала, вся линейка этих средств бытовой химии. Средство для посуды очень нравится, средство для туалета. Очень приятный запах, очень хорошо работают, но единственное, нельзя их назвать бюджетными. Дороговатая серия. Но, тем не менее, иногда беру, потому что мне нравится. Но она достаточно экономная, так что, если кому-то интересно, могут, в принципе, советую, могут попробовать. Достаточно такое средство. Дальше. Ну, дальше давайте покажу уже, раз я заговорила за Avon. Сделала я очень маленький заказ в Avon. Заказывала я, в принципе, водичку на лето, пурпланка, подружки попробовала нанести на себя, походить с ним. Мне очень понравилось, и я тоже заказала. Ну, просто водички не было. На тот момент была акция на эту водичку. Вы знаете, я, девчонки, сейчас сильно не скажу. Кто знает, может быть, напишите мне. Каталога у меня нет. И ноты этой водички, к сожалению, я вам не скажу. Знаю, что он цветочный, по-моему, цветочный такой аромат. Приятный, легкий, мне нравится. И можно носить с собой как бы и в сумочке, и дома им пользоваться. И, как я уже сказала, просто водички не было на тот момент. Можно было приобрести только его как бы наборчиком подарочным. Вот. И мне девочка принесла к этой водичке еще два средства. Ой, извиняюсь, у меня тут все падает, набаррикадировала. Принесла она мне еще, в придачу шло в наборчике, вот такая вот дезодорант Пурбланка тоже. Я еще пока не открывала, у меня много открытых, и я пока решила его с ним подождать. И принесли тоже Пурбланка, была в этом наборе, тоже водичка, это же. Ну, только посмотрите, вот в такой миниатюрке. Здесь, если не ошибаюсь, 9 миллилитров. Она идет уже как вот с ролика. Ролик не хочет показывать. Очень удобно. Вот ее прям совсем удобно брать с собой в сумочку, если где-то надо освежить ароматик, подправить. Здорово, мне понравилось. Я не разочаровалась, в принципе, что мне принесли этот наборчик. Буду с удовольствием пользоваться. Я уже, как видите, начала пользоваться, поэтому решила быстренько снять
кролик. Дальше. И последнее, что было в моем мини-заказе. Даже не мини, микро-мини. Это был карандаш для глаз от Тейвен. Увидела я у Светочки в покупках. Тейвен, привет тебе, Свет. Светлана, Лана. Ой, Лана, Светлана, извиняюсь. Все время их путаю. Увидела эти тени, карандаш. Очень мне понравился. Я решила, собственно говоря, из-за него весь заказ и делала. Вот такой вот карандашик. Как идет, как тени для глаз. Вот, видно, наверное. Надеюсь, что видно вам. Очень мне понравились эти тени. Я люблю такие карандаши. Мне удобно. Особенно рано утром, когда торопишься на работу. Бывают такие моменты, когда хочется подольше полежать в постели. Потом подпрыгиваешь, бежишь на работу. Это выручает здорово. Очень красивый карандаш. Очень им довольна. Спасибо, Свет, за наводочку. Не хочет держаться. Классный карандаш. Ну вот и весь такой вот у меня был очень маленький заказик от Тейвен. Дальше. Дальше давайте вам покажу не совсем... Такая покупка, наверное, не совсем сюда она идет, но покажу. Вот такой смешной кот, рыжий кот с надписью «Привет из Нового Уренгоя». Я живу в городе Новый Уренгой. Вот он такой весь рыжий, красивый, он это керамика, ну, я так думаю. Это, сейчас я попробую показать, это... Ручная работа. Купила я его на подарок сыночку моей подруги. Он, я знаю, он очень любит котов. Привет, Максимка. Знаю, что он хотел вот такого рыжего кота. Ну, может быть, не прям такого, но хотел себе рыжего кота. Так что скоро вот этот красавец с приветом уедет к Максимке жить. Надеюсь, Максим, тебе очень понравится. Прям такой позитивный, красивый котик. Не знаю даже, куда его поставить. Красотулька такая. Извиняюсь, я все еще болею. Дальше. Дальше я заходила в магазин. У нас открылся тоже, я знаю, во многих городах есть такой магазин. Галамаркет. Я заходила на днях в него. И увидела, там были достаточно такие дешевые, по 9 рублей, вот такие вот влажные салфетки мини, 15 штук здесь. Это дешево, по крайней мере для нашего города это достаточно дешево. И я вот решила взять попробовать. Удобно их с собой носить, в сумочке, да и дома держать, они в дорогу. Очень такие удобные салфетки. Помимо этого, как вы уже видите, это лайм у меня. Очень приятно пахнет лаймом, хорошо вытирает, увлажняет ручки. Мне нравится. Хорошие салфеточки, в принципе. Я брала их несколько и брала разные, там есть разные ароматы. Но, к сожалению, сын у меня уже одну забрал. Я взяла, второй аромат был с клубничкой. Сын забрал уже и носит с собой в рюкзаке такие салфетки. Могу порекомендовать, очень хорошие салфетки. Запах обалденный. Даже вот подумаю пойти самой, пока есть в наличии, там еще разные ароматики, взять еще несколько таких. Сейчас лето, жарко, и они частенько нужны бывают. Дальше. Была я сегодня в аптеке, вообще не поверите. Пошла в аптеку за лекарством, как это у нас девочек бывает. Про лекарства я совершенно забыла про свое, но зато я купила вот такую, посмотрите, вот такую парочку. Вот. Давайте по одному покажу. Это тоник, я его еще пока не открывала. Хочу закончить свой открытый тоник от Pierre Rico. И потом уже начать пользоваться им. Это мицеллярный тоник. Очищает, сужает поры, успокаивает, увлажняет, нормализует pH баланс кожи, подходит для чувствительной кожи лица. От Libriderm. Тут 200 мл. Вот такой вот тоничек. Нравится мне крема от Libriderm, и решила я
купить, попробовать еще и тоник от Либритерм. Вот. Ну и, соответственно, увидела вот такую, наверное, вишневая, вот такую красоту. Малюточка, всего лишь 30 мл. Это крем для рук от Либритерм с витамином Е, цветок мандарина и белая роза. Я уже открыла, уже пользуюсь, не смогла удержаться. Даже мой плохо дышащий носик чувствует. Единственное, вот видите, недостаток, прям очень здесь такая дырочка, ну очень большая. Запах обалденный, действительно пахнет и здесь роза, но не такая вот прям навязчивая, и цветок апельсина, хороший легкий, не знаю, видно. Хороший легкий крем, хорошо разносится, увлажняет, питает ручки. Мне нравится на лето, мне кажется, самое то. И если увижу в магазинах большую версию этого крема, потому что все-таки 30 мл как-то маловато, то я, пожалуй, возьму. Я его сегодня, после того, как купила, пришла домой, нанесла на ручки. И после этого я еще часа два ходила. Ездила по делам, дома там занималась своими делами. И вот, наверное, в течение часов двух, точно в течение двух часов, я прям чувствовала аромат на руках вот этого крема. Приятный крем. Очень мне понравился. Там были еще разные. И вот подумываю, другие еще попробовать кремики. Этим я довольна, так что могу вам советовать. Вот так вот я сходила сегодня в аптеку за лекарством. Ну, я же девочка. Дальше. Ну, дальше на самом деле у меня, я уже говорила, также в этом галамаркете, как я уже не раз говорила, насмотрелась я на девочек и поняла, что я тоже, наверное, маньяк, мыльный маньяк, да. Мне тоже нравится мыло, и я купила парочку здесь. Я не знаю, может быть, это и не новинка, в магазине было написано, что новинка. На стенде и на нем написано вот новинка, и я решила попробовать. В принципе, недорогие тоже, по-моему, по 11 рублей эти мыло. Медовое от 100 рецептов красоты и оливковое. Было еще с алоэ, по-моему, еще какое-то. И мы вот решили с сыном, что нам тоже надо, и взяли вот таких вот два красивых кусочка от 100 рецептов красоты. Запах прям через упаковочку чувствуется обалденный, медом. Ну, оливка я не знаю. Мне почему-то кажется, что пахнет яблоком. Ну, приятный аромат. Попробуем. Уже потом в пустышках расскажу вам, хорошее, нехорошее мыло. Вот. Дальше. Ну и в другом уже магазине. Недавно я на днях была в магазине. И увидела вот такую красавицу. Вот такой вот кусочек от Palmolive Naturel. Да, кстати, девочки, сейчас вам скажу, в этом мыло, в этих мылах 175 грамм эти мыло, кусочки. Это от Palmolive Naturel смягчающее мыло, свежая малина. Здесь 90 грамм мыла, видите, оно такое как, не знаю, как правильно назвать это, такое вот полупрозрачное, непрозрачное, красивое мыло. Запах обалденной малины, прям классно. Мне очень понравилось, я в него так влюбилась и решила тоже взять. Так что я вот тоже уже как девочки стала мыльным маньяком. Ну и еще одно мыло. Это мыло уже подороже. Так, я боюсь не выговорить название этой компании. Так, Акитан или что-то такое, или в общем, сейчас я вам покажу. Вот такая вот фирма, может, кто-то знает. Как нам говорят, это Франция вроде как. Вот я решила, достаточно дороговатое мыло, но решила побаловать себя, попробовать. Очень мне нравится. Они тоже там были разные. Ну вот, сыночек мне принес, купил такое. Белая мылка. Здесь 100 грамм. Написано 100 грамм.
И это мыло туалетное Бон-Море, молоко 100 грамм, да, здесь. Мыло обогащенное молочком белой мальвы. Бережно очищает, смягчает кожу, не пересушивая. Так. Все как бы то же самое, что и в обычных мылах. Вот. Такой вот он у нас сзади красивый. Извиняюсь, что засмотрела. Да, Made in France. Вроде как пишут, что вроде как Франция. Ну, вот такое вот красивое мыло. Попробую это. Если хорошее, то можно будет брать другие в этом магазинчике. Он мне чем-то этот магазин чем-то напоминает Ивраше. И как они пишут, в состав нашего мыла серии Бон Море возобновляемое пальмовое масло. И так, сертифицированное и отвечающее самым высоким стандартам контроля происхождения. Ну, то есть вроде как прям натуральное, прям хорошее. Не знаю, сейчас попробую вам показать. Вот они тут разные, там их много. И вот я решила взять и попробовать. Ну и в этом же магазинчике сильно сохнут локти, несмотря на то, что лето. Решила я купить вот такое вот масло. Это масло, по-моему, карите, да, масло карите. Для локтей, для губ, в общем, для всего. Такая вот малютка, натуральная, 100% натуральная. Очень хорошее масло. В принципе, особо ничем не пахнет. Вот так вот я уже тут его ногти обрезала, не знаю, получится. Вот видите, оно такое вроде здесь плотное. Не видно будет ничего. Приятное масло, на губах приятно держится, приятно наносить его. Очень оно мне нравится. Попробую, похожу. Это маленькая баночка. Есть побольше у них баночки. Вот. 10, здесь 10 миллилитров. И стопроцентное масло карите в удобной маленькой баночке. Прекрасно увлажняет, защищает губы, лицо, кутикулу, руки. Вот. Попробуем и в пустышках уже расскажу вам, насколько оно хорошее, насколько оно стоит своих денег. Потому что стоит оно не дешево. Я в своем магазине его брала 700 с копейками. В общем, 700 рублей оно стоило. Не дешево. Я знаю, что есть неплохие такие вот масла у Oriflame. Ну, попробую, использую. Когда закончится, уже буду делать выводы, стоит его такое брать, не стоит. Очень маленькая, удобная такая железная баночка. Дальше было две тоже небольшие косметические покупочки. Тоже увидела у девочек, мне понравилось, решила взять. Первое это вот консилер от Essence. Вот такой вот увидела у подруги, попробовала. Сейчас вам покажу. Он сильно большие погрешности, конечно, не скрывает. Но вот такой вот он. Небольшие какие-то мелкие. Если нужно что-то убрать на лице, то он будет вот, хорошо, в принципе, наносится, хорошо разносится, хорошо скрывает. Попробуем, видите, более-менее, как бы, на руке, по крайней мере, неплохо ложится. Приятный на нанесение, приятный на ощупь, мне понравился. Ну, я вот пошла себе купила, этот немножко темнее, наверное, да, как бы, хотя я бы не сказала, что сильно они прям отличаются. Ой, туда же наношу, да, да, немножко он не будет, не покажет. Солнышко светит. Хороший консилер, мне понравился. Решила взять. В пустых баночках уже попробую рассказать более подробно про него. Здесь сколько здесь? Так. Я не вижу, сколько здесь грамм, девчонки. Так, и цвет натуральный. Бейдж или что-то. В общем,
это же он, не он. Номер вот можете посмотреть, может кто-то знает, кому-то может интересно. Неплохая штучка. Посмотрим, как он будет дальше себя вести. Следующая это были моя покупка, это были тени. Я увидела у Светы в обзорах, Лана Светлана, в обзорах косметички я увидела тени от Catrice, немножко в другом оттенке. Увидела у нее, так она про них здорово рассказывала. Я вот еще в магазине пробовала на тестерах, а свой еще, видите, даже не открывала специально. Лежали, сейчас попробуем открыть. Извиняюсь. Ничего себе, закрыли их тут, залепили. Так она все оторвала, что только можно было. Так здорово она про них, Света, рассказывала, что мне тоже срочно понадобились эти тени. Я долго их не могла найти, а тут зашла в магазин и увидела эти тени. Именно от Catrice. К сожалению, не было зеленых, как тоже хотела, как у Светы. Зеленые. Да что такое? Представляете? Не могу открыть. Ну, что здесь опять? Ага, тут еще один скотч. Не поверите. Заклеили прям на совесть. Захочешь открыть, не откроешь. Не то, что случайно. Вот такие вот обалденно красивые тени. На солнце они прям совсем хорошо играют. Я взяла на пробу такой вот оттеночек. Вот видите, как я аккуратно умудрилась отлепить этот скотч. Даже не скажу вам, что это за оттенок. Здесь 30 грамм. В общем, в магазине посмотрю более, что это за номер. Приятные такие. Вот. Очень красивые тени. Прям золото. Очень такие мягкие, нежные. Хорошо передаются. Не знаю, видно, не видно. Мне кажется, прям совсем не видно. Да? Камера сегодня со мной не дружит. Вот. Вот такие вот они. Видно, не видно. Прям такое золото. Блестят все, мне кажется, на солнышке. Вот, посмотрите. Вот он такой. Обалденный, красивый. Что я сегодня поймать никак не могу. Обалденный цвет. Очень они мне нравятся. Я довольна этими тенями. Буду, наверное, куплю еще себе несколько других оттенков. Очень красивые, очень мягкие, хорошо ложатся. Покупкой я довольна. Так что, если кто-то хочет, тоже попробовать могу рекомендовать вам, девочки. Ну, вот, наверное, и все мои покупочки. Буду заканчивать. Спасибо, что смотрели меня. Всем пока-пока.